Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала О2 ТВ опять очередной семинар серии программы Learn Music. Сегодня у нас будет звучать бескомпромиссная рок-музыка. Будем говорить об электрогитарах, барабанах и все, что с этим связано. И о бас-гитарах тоже поговорим, извините, пожалуйста. В гостях у нас прославленный легендарный гитарист Дмитрий Четвергов. Ваши громкие продолжительные овации. Прославленный бэнд. Дима, представь, пожалуйста, первым делом музыкантов, которые сегодня с тобой играют. Да, здравствуйте. Я очень рад, что нас сегодня пригласили в этот замечательный клуб. Я слежу за этими эфирами. Со мной работают просто потрясающие музыканты. Вот Алексей Боголюбов, бас-гитара. Алексей Боголюбов! Можно сказать, с самого начала моей деятельности мы вместе с ним работали в разных коллективах. И буквально уже наша группа состоялась с приходом в наш дуэт Дмитрия Кириченко, потрясающего барабанщика. И в этом году наша группа отмечает пятилетие. Вот это мы с особым удовольствием. Долгих вам еще лет во всех отношениях и в творчестве, и в жизни. Но о тех волнующих моментах, связанных с призами, которые мы сегодня будем дарить, я расскажу чуть позже. А начинаем программу, как это у нас принято, с музыкального вступления. Пожалуйста, Дмитрия Четвергова и его группы. Музыка.
Она по ту сторону физического бытия, по ту сторону времени, истории и политики. Она вне богатства и бедности, вне жизни и смерти. Музыка вечна. Она стоит так высоко, что разум не в силах приблизиться к ней. Она оказывает действие, подчиняющее себе все. И никто не в состоянии точно объяснить, что это. Тайна, мистерия. И чем больше ты о ней знаешь, тем менее способен дать ей определение. Итак, дорогие друзья, вы поняли уже, что у нас сегодня гость крайне серьезный, разговор получится нешуточный. И мой к вам призыв. Пожалуйста, поучаствуйте в нашей сегодняшней беседе. Это не только возможно, но и всячески приветствуется, дозвонившись к нам в прямой эфир по телефону 645-9297. Естественно, с кодом Москвы, если вы звоните из другого города, 495, код Москвы.